И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокси, Робби, Нига и Каркарыч. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Сталкер, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классный мод, это аномалия из игры Сталкер. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Электро-аномалия, это получается что у нас? Электричество, да, но лупашит? Электрическая аномалия. Оно что, сразу моментально убивает? Давай лавы скупок. О, я пробегаю, смотри, успел. Да подожди, смотрите, дайте моя очередь. Бомбы метил себя. Прикольно, ладно, пацаны. Давайте следующую аномалию. Это электроаномалии и тип 2. А это что, она больше, что ли, или как она будет? Давайте параллельно будем проверять еще машины. Как машины реагируют. Давай. А ну. Ого. Колеса пробились у тачки сразу. От, и блин. Все в машину хотят сесть. Это знаешь, подписать, поставить аномалию на машине и посмотри, как будет все садиться. Ладно, все, удаляю. Удаляю. Так. Что у нас там следующее? Электрохимера. Во, она как кислотная. Ребята, я этот мод вообще не проверял. Я не знаю, что будет дальше. Надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик. Ролики выходят каждый день. И мы стараемся записать что-то очень интересное. Подожди, что, можно пробежать, и ничего не будет? Ну, нет, я бы так не сказал. Блин, а чё ж я умер, а вы не умираете? А, вы умираете? А надо быстро пробегать. Я не получается. С первого раза не получится. Хорошо, давайте для привычки поставим тачку. Что будет с машиной? Отойди, сейчас взорвется машина. Она дамажится. Или нет? Как только садишься, тебя убивает. Ну да, это машина подпись. Я думал, она взорвется, типа так задамажится сильно. Нет, ничего, просто слышно какой-то... Она дымит. Ну да, но ничего не происходит. Ох ты, блин, я аж дернулся. Хорошо, мне понравилось. Так, Серега, ну что у нас там? Следующая. Электрокомета следующая идет. Это электрокомета, что самое интересное, она сама по себе еще и двигается. Но это не двигается. Знаешь почему? На этой карте надо, наверное, в генератор прописывать, понял? Потому что на GM Construct, походу, там в видео она двигалась. Она сама по себе вот двигается, ну, как тебе сказать? Чуть-чуть. Ну, в стороны и стороны. Я понял. Как. Там что, вообще нереально никак пробежать. Пацаны умирают. Так, машину ставлю. Проверяем, что будет в машине. Давайте побольше машины. Вот так. Ой-ой-ой, это громко. Мне кажется, она поярче, да, дамажит машина? Да. Ох ты! Нифига себе! Вы видели это? Это было очень жестко. Я уже подготовился на своей машине. Так, газировка. Помогите мне. Не ссы. А что такое? Это что за газировка стрёмная? Это крайне химическая. А ну на машине проедь. На машине кто не ссыт проехать? А, машине ничего. Конечно, с такими колесами. А ну встань и стой. Так, так, так. Дамажится до машины, дамажится. Ну не сильно. А, ну да, я пройду. Садись. Ух ты! Перелетел в мою машину. Как всегда было эпично. Так, хорошо, давайте проверим дальше. А, Дима, знаешь, что предлагаешь? Вот. Давай. Неси, давай, неси. Так прикольно раскорячился. И что, надолго так будет гореть? Ну, как минимум еще... 10 секунд, по-моему. А ну пройди, не ссышь, не? Да нефиг делать. Димас, давай, короче. И машина загорелась. Димас, не сиди, давай я аниматроник туда поставим. Ну давай, ждем аниматроников. Давай сначала машину. Давай. Ой, колеса слышали, спустились сразу? Да. Знаешь, такое ощущение, что будто газ там. Ой, ты что, это было мощно. Давай, аниматроника ставь. И ничего. Быстро горит. А жизни тратятся? Да, очень. Какой аниматроник выдержит аномалию? Если вы хотите, чтобы записали мы это в следующем ролике, ставьте плюсик или пишите «мы хотим», и мы запишем. Мне кажется, будет эпично. Так, не спойлери, следующий ролик. Давайте я попробую пробежать со всей силы. Сейчас оно успокоится. Так, 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 ждем. О, а если двойной прыжок на дне запилить? А, ну-ка, сейчас. Нет, еще. Я как высоко подлетел. Ты так четко взлетел, смотри, Димас. Нет, Серега, не получается, это опыт. Сейчас получится. Ой, не, это жесть. Хорошо, давайте следующий будем смотреть.
Аномалий очень много, нам надо все успеть. Карусель, аномалия. Ой. Эта штука будет затягивать, короче, Димас, тебе. А мне нравится. Тебя разорвет на куски. Вот так всего-навсего. В игре она, по сути, смотри, она тебя берет и поднимает. Блин, это что-то при прикольное. Тебя может разорвать на куски. Серега, да, это даже, будет... знаешь, типа даже чем-то лучше, чем стихийные бедствия. Да. Давай машину подкинем. Пацаны, ждем. Что-то машину слишком жирная. Прикольно. Давайте еще разок. А давай танк попробуем. Полегче машинку взял. Ой, это не я, не, я не хочу. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Не, машина целая осталась. Димас, давай танк. Давай. Во, как раз четко встал, идеально. Так, пацаны, может быть взрыв... Нет, танку ничего. Только дым пошел. Танку ладно. Хоть бы хн... Хорошо, давайте дальше. У нас идет... Кисель аномалия. Что? Кисельная аномалия. Крайне токсичная, опасная аномалия, которая... А, ее легко. Убить. Нет, Серега, ну тебя это не... Через двойной прыжок вообще наизично. Смотри. Вообще жизни даже, не потратила. Да, даже обычным прыжком. Это ой. Вообще аномалия встречается. Да что ж такое? А ну, аниматроник, давай, ты железный, ты сможешь. Нормально, стоит. Вообще, хоть бухных. Вообще ничего. Ну, такая, по-своему, интересная аномалия. Булька еще, но толку от нее очень мало. Данная аномалия вообще встречается только в подземелье и в узких это, пространствах. Комета мувинг. Ой-ой-ой, пошло. А, вот эта штука, по сути, тоже должна двигаться, Димас, а именно... А где она встречается? ...круги наворачивать. Встречается в большом рове, откопанном, ну, в игре в Сталкере. Вот говна. Зов при... Ничего. Не, она смотри, она жестко... А, я вижу, жизни тратится и у того, и у того. Так, хорошо. Машину будем ставить? Наверное, не будем. Это неинтересно будет особо. Так, у нас идет дальше... Space Bubble. Поставил. Какие пузырь. Воу, смотри, какой пузырь здоровян. А чё, а толку от него? Давай ниже поставлю. И чего? У этого на самом деле пузыря очень много функций, но почему-то как-то, ну, не работает. Я попадаю по тебе же? А, да, он может не будет простреливаться как щит. Не, не работает. Не, это скорее, знаешь, у этой аномалии есть много функций самих по себе, таких как, ну, делает других людей невидимыми, ну, именно, они застревают в аномалии, и из нее выйти просто. Понял. Так, дальше у нас идет Steam аномалия. Ну да, так и называется. А, паровая аномалия. Это просто пар, выходящий из земли. Ничего себе, на лупаше тоже неплохо. На пособие чему, блин. А ну давайте попробую пройти. Ой, наизично, ребята. Это такая аномалия, легенькая. Где она встречается? Ну, встречается практически везде в Чернобыле. Это, Серега, можно, короче, нам сделать забег смерти. Аномалии поставить и пробежать надо, кто первый. Да. Короче, куча идей теперь есть на этот мод, так что будем записывать его. Так, ладно. Эта аномалия нам понятна. Телепорт. Ты говоришь, что он не работает, надо, верно. А может два давай поставлю? А ну давай тут один. Давай. Не, Серега, ты не работаешь, и я тоже. А да, почему? К сожалению, телепорт не работает. Мне кажется, карта нужна. Либо через консоль надо настраивать, мне кажется. А, трамплин аномалия. Ой. Что это было? Я так и не понял. Ой, эта штука, Димас, она вообще опасна. Воу, я ее где-то видел. На сервере где-то мы играли, и мы ее встречали. Да. На сталкера каком-то. Ой, она так прикольно убивает. Но она не откидывает. Давайте машину попробуем поставить. Так, ставлю машину, отойдите. Она по сотке не доможет. А чё я машину не могу двигать? А ты перенеся на мазу сама. Ай, больно. Так, трамплин аномалий тип 2. Это, наверное, будет поярче. Давайте я отойду. Ну, это вообще моментальная смерть. А её перелететь, в принципе. Ты так шпагат прикольно. Да я так сделаю. Димас! Ой-ой-ой. Я сейчас... Ой, я упал, бедняга.
застрелил. Да хватит аниматроника. Это потому, что ему ничего нету. Мне кажется, дамаг не проходит. Слабая, слабая аномалия, очень слабая. И у нас идет воронка аномалий. Во, она как-то так эффектно смотрится. Она засасывать будет. И что будет дальше? А, просто убивает? Засосет. Засосет, потом это как прикольно. Бы, ну, своей кинетической силы разбросает во все стороны. Тачку засасывает. Колесо пробило. Второе пробило. Так, дамажит потихонечку. Ой-ой-ой, вас откидывает, а машина нифига. Давай я подвину машину. Ух ты! Вот это взрыв. А ну, пацаны, отойдите, пожалуйста. Я хочу, типа, я на машине еду и не знаю, что она там есть. Я с тобой, Дима. Садитесь, пацаны, кто со мной? Привет, Димас. Так. Все, едем. Едем и не знаем, что там аномалия, например. Воу. Ты видел, как машину? Я думал, колесо оторвет. Сейчас, подожди, сейчас мы быстрее проедем. Стоп. Альт-Е нажимай, и ты сядешь на передок. Альт-Е? Нет, не работает. Он не умеет. А кто из вас умеет? Ну давай, покажи, псих. О, нифига. О. Так, короче, попробуй быстро проехать. Со всей силы. Давай. Ого, она как ускоряет. Она темно. Ну, она тянет, кстати говоря. Еще. Сейчас. Она так медленно. Да блин! И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!